Ассаламу алейкум, всем привет. Мы продолжаем заучивать фразы и выражения по теме «аэропорт». Для тех, кто не видел первого видео, ссылка есть в описании. Проходите, смотрите. Ну, а мы продолжаем. Рейс номер 100 отменен. Эр-рехляту роком миа ульгыят. Эр-рехляту рокму миа ульгыят. Куда вы летите? Или дословно, куда путешествуете? Или эйна тусафер? И для женского рода. Или эйна тусафирин? Я лечу или путешествую в Каир. Усафер или аль-Кахира? Усаферу или аль-Кахира? Вы предпочитаете место у прохода или у окна? هل تفضل المقعد عند الممر أو النافذة? هل تفضل المقعد عند الممر أو النافذة? Я хочу место у окна, пожалуйста. أريد المقعد عند النافذة من فضلك. أريد المقعد عند النافذة من فضلك. Хорошо. Ваше место 21 ألف. حسناً. مقعدك رقم 21 ألف. حسناً. مقعدك رقم 21 ألف. Выход на посадку номер 10. Эль-бауаба роком ашара. Эль-бауабату роком ашара. Номер выхода на посадку написан внизу билета, снизу билета. Рокмуль бауаба мактуб фи асфалит тазкира. Рокмуль бауаба мактуб фи асфалит тазкира. Посадка начинается за 20 минут до отправления, до вылета. Ябда ус-суд би 20 дакика кобля ар-рахиль. Ябда ус-суд би 20 дакика кобля ар-рахиль. Положите ваш мобильный телефон и все электронные приборы в корзину. Доа хатифак аль-махмуль ва кулли аль-аджхиза аль-электрония фис-сундук. Доа хатифак аль-махмуль ва кулли аль-аджхиза аль-электрония фис-сундук. Поставьте вашу сумку или ваш багаж на багажную ленту, на транспортер, но если дословно, это ремень транспортировки. Ну, то есть багажная лента. Доа хакибатак аля хизамин накль. Доа хакибатак аля хизамин накль. Снимите, пожалуйста, ваш плащ или куртку. Ихля мятафак мин фадлик. Ихля мятафак мин фадлик. Мне снять ремень? Хэля алейя ан ахля хизами? Хэля алейя ан ахля хизами? Да, ремень тоже снимите. Наам. Ихля хизамака эйдан.
Наам, ихля хизамаке эйдан. После того, как вы пройдете регистрацию, может случиться так, что вы потеряете посадочный талон. В этом нет ничего страшного, это решается там в течение 15 минут. И если вы обнаружили пропажу не за 10 минут до вылета, то, в принципе, в этом проблем нет. Просто вам нужно сначала подойти к справочной, что называется истиалямат. Истиалямат. И там скажите: я потерял посадочный талон. Факотту битоката суруд. Факотту битоката суруд. Скорее всего, вам нужно будет пройти весь процесс регистрации заново и оформить новый посадочный талон. Поэтому, если вы еще и не потеряли паспорт, то, в принципе, проблем никаких не должно быть. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пишите в комментариях, предлагайте, какие темы еще хотели бы обсудить по словам и выражениям стандартным, известным. Ну и в принципе все. Счастливого пути. Ар-рихля саида. Ар-рихля саида. Please contact at your information. The representative from Grant Away.